Здравствуйте, шкодоводы! Сегодня будем тестировать светоотражающие наклейки. У нас будет представлен дорогой рюкзак со светоотражающими магазинными наклейками. Потом будет представлен простой рюкзак с наклейками, новыми наклейками, которые мы наклеили. На белом фоне наклейки, имеет смысл, не имеет смысла. И обычный рюкзак темный с наклейками. Вот две наши наклейки, которые мы приклеили сами. Человек находится на расстоянии 40 метров без познавательных знаков. Сейчас он оденет наши рюкзаки и будет смотреть. Сашка, давай одевай дорогой рюкзак. Поворачивайся. Человека видно. Давай другой ставь. Давай, Саш, поворачивайся. Вот, наклейку видно. Видно только мячик, который диаметром 6 сантиметров. Наклейку руку уже не видно. Хотя рука на белом фоне. Саш, давай другой. Сейчас одевает обычный рюкзак без белого света. Поворачивайся. На темном фоне уже видно. Все, молодец. Снимай. Сейчас у нас человек находится на расстоянии 50 метров. Давай, Саша, одевай дорогой рюкзак. Поворачивайся. Как видите, дорогой рюкзак работает. Давай следующий. Идет рюкзак с белой наклейкой. Как готово, поворачивайся. Как видите, его тоже видно человека. Давай следующий рюкзак. Как готово, поворачивайся. О, на темном фоне все прекрасно видно. Хорошо все. Проверяем дальше. Сейчас расстояние у нас 75 метров до объекта. Одевает дорогой рюкзак. Поворачивайся. Еще видно. Давай следующий. Повторяем, мы сейчас находимся на ближнем свете биксенона. Готово? Следующий поворачивай. Вот, наклеечка уже хуже видно. Но видно. Давай дальше. Следующий рюкзак. Это сейчас был рюкзак с белым фоном. Как готово, поворачивайся. Вот, на темном фоне хорошо видно. Так, зрители, сейчас у нас человек находится на расстоянии 100 метров в дорожном жилете. Как видите, видно его четко на ближнем свете. На дальнем сейчас включу. Ну, сейчас мы проверим, насколько хороши эти наклейки. Саш, снимай жилет и дорогой рюкзак одевай. Все, повернулось. Ну, уже тебя плохо видно. Давай другой, наклейки давай. Как видите, дорогой рюкзак работает плохо. Как готово, наклейки поворачивайся. Ну, наклеечку видно уже плохенько. Давай следующую. Сейчас был рюкзак с белым фоном, двумя наклейками. И сейчас будет рюкзак на темном фоне, две наклейки те же самые. Вот на темном фоне еще видно. Как вы видели, на дальнем свете-то все видно. Но без дальнего на ближнем уже плоховатенько. Расстояние 120 метров. Дороже лет показывает себя лучше всего. Человека видно. Итог теста наклеек. Наклейки должны быть большие, как бы у нас был футбольный мяч. Они уже различимы на большом расстоянии, но они все равно не смогут заменить жилет. Лучше всего себя показал дорожный жилет на расстоянии 120 метров на ближнем свете. Он четко отображал пешехода. Жилет некрасивый, но тогда хотя бы покупайте дорогие качественные рюкзаки, которые будут светоотражающие элементы по периметру и со всех сторон. Но если с этим сложнее, покупайте тогда наклейки побольше диаметра. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.